আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতো সংকীর্তনৈকবিতরৌ কমলায়তাক্ষো বিশ্বাম্বরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে নমামি গঙ্গে তব পাদ পঙ্কজম সুরাসুরৈরবন্দিতো দিব্যরূপম ভুক্তিং চ মুক্তিং চ দদাসি নিত্যম ভাবানুরূপেণ সদা নরানাম গঙ্গাতরঙ্গরমণীয়জটাকলাপম গৌরী নিরন্তরবিভূষিতবামভাগম নারায়ণ প্রিয়মনঙ্গমদাপহারম বরানসিপুরপতি ভজবীশনাথম বাগীশযশোবদনে লক্ষ্মীর্যশ্ব চ বক্ষসি যস্যাস্তি হৃদয় সম্বিপম নৃসিংহমহম ভজে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হে দেব হে দৈত হে ভুবনৈক বন্ধু হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক সিন্ধু হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম হা হা কদানুভবিতাসি পদম দিশোর্মে হে দেব হে দ্বৈত হে ভুবনৈক বন্ধু হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক সিন্ধু হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম হা হা কদানুভবিতাসি পদম দিশোর্মে গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ জগৎগুরু টোল Гауди Гушипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что и вот Шила Прабхупад сказал, что Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртанам это единственный девиз Гауди Матха, Гауди Миссии. Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртанам значит Бхагаван Шри Кришна вместе с Радхарани и вся их слава, все деяния, все лилы, мы все должны понять это сердцем. И хотя я знаю, что это практически невозможно понять их любовные игры, но все же я пытаюсь понять сам и пытаюсь помочь вам понять. И так или иначе, Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртанам, почему Шрила Прабхупад говорит таким образом? И вот суть в том, много раз ранее я говорил, что без расы никто не может жить. Раса — это основа, ради чего весь мир хочет жить, материальная раса или трансцендентная
материальная раса, она погрузит вас в обусловленность больше и больше, а Пракрита, трансцендентная раса, она может возвысить вас до трансцендентного мира, чтобы даровать вам служение там. И так или иначе, Кришна, Он источник всех рас, я уже сказал. Прямо или косвенно все расы, они исходят из Шри Кришны. Если мы будем обмениваться нашей прямой расой с Кришной, не Кришной, Нанданаданом, Кришной, то это очень хорошо для нас, поскольку только с Нанданаданом, Бхагаваном Шри Кришной, возможно для нас обмениваться различными расами, неограниченными расами. Все другие вещи, в них всякие ограничения, мы не можем их преодолеть, там какая-то преграда всегда есть. Но здесь, в Кришна-преме, когда мы обретаем Кришна-прему, она не ограничена ничем. Она уникальна и непостижима. Я уже сказал, когда Кришна, его вечные спутники, друзья, они обменивались прямо с Кришной, то не было никаких ограничений. Даже не давали остатки своей пищи Кришне. Забирались на шею Кришне. И таким образом, и вот описывается, что однажды Шридам победил Кришну, и в качестве наказания Кришна должен был возить Шридама на своей спине, и вот Шридам сел на него и начал бить пятками по Кришне, и в этом великолепие Кришны. И вот Кришна, и эти его друзья, перед тем, как давать что-то Кришне, они сами пробовали, насколько это вкусно, и давали Кришне. И так вот, объедки свои они давали Кришне, и в этом его великолепие. Поэтому Брахма, он не мог осознать. Брахма не понял, что Кришна – это Верховный Господь. И вот великолепие Кришна-премы в том, что оно настолько высоко, и это непостижимо для обусловленной души. Она не может представить, только и только те, кто по милости чистый Гуру Вайшнава, те, кто уже находится на пути Рагануга Баджана, если они получают полную милость, они могут обрести этот вкус. Иначе никакая философия, ее недостаточно, поскольку это не вопрос объяснений. И вот вы можете вспомнить основу Гиты. Я говорил, то, что Апичет Судурачара, вот эта шлока. Если какой-то так называемый преданный делает какие-то плохие вещи, но опять же, если этот преданный, он ни при каких обстоятельствах не готов оставить Кришну, если он решил в своей жизни, что он не будет поклоняться никому, кроме Кришны. И
что за решение он принял, что за решимость такая? О Кришна, согласно своей карме я буду рождаться в любых формах жизни, но я никогда не оставлю тебя. И вот Вишванатха Чакравати Пад в своем комментарии пишет: И вот Вишванатха Чакравати пишет: такая решимость в этой дживатме, что если она отправится в ад или неважно куда, в любые, в любой вид жизни, то она никогда не оставляет Кришну. И Кришна говорит о такой душе, что ее разум в полном порядке, и если какие-то недальновидные вещи случаются, то они быстро исправятся. И те, кто обретает такой вкус к поклонению Кришне, специально они никаких плохих и греховных действий не совершают, поскольку у них нет, они не хотят это делать. И те вещи, эти вещи, которые запрещены, они специально их не делают, иногда случайно получается из-за их прежних самскар, это иногда случается, но все же это может быть исправлено, поскольку Кришна, он пребывает в их сердце и очистит их сердце. И поэтому несколько дней назад я говорил очень прекрасные вещи. Вы можете получить вдохновение. И вот Кришна в Бхагаватам дает такой обет нам. Если кто-то служит Кришне, совершает баджан Кришне, ананья баджан, так или иначе много проблем может возникнуть по пути, но все же, так или иначе, если из-за своих прежних плохих действий, самскар, какие-то запрещенные вещи он делал или грехи какие-то совершал, и из-за этого им не нужно совершать прасчитту и искупать свои грехи, поскольку так или иначе, если они так случайно приходят в их жизнь, то все равно, благодаря тому, что они полностью преданы Кришне, их сердце, оно очистится. И вот вы можете вспомнить Юдхиштхира Махараджа, что он был удивлен видеть. И вот Юдхиштхир был удивлен, видя Шишупала и Пашупала. Всю жизнь они враждебно относились к Кришне, думали, что Кришна их враг. И это было удивительно. И вот те, кто совершают баджан, для них также. Те мудрые и те татва-гьяни, парам-гьяни,
Шишупал going to get this kind of siddhi? How possible? There's a strength, actually. Если такие люди стремятся к таким же совершенствам, которые обрел Шишупал, который ненавидел Кришну всю жизнь, то что толку от этого? И вот эти Шишупалы и Пашупалы, они ненавидели Кришну, ругали его, критиковали, но Бхагава-таттва — это такая таттва, что вы не можете представить, даже если кто-то говорит какую-то ересь о Кришне и что-то хорошее про Кришну, все же нет концепции у Кришны друзей и врагов. Турья таттва, Кришна, он беспристрастен. Нет вайшамьи. Вайшамьи значит такая пристрастность. Кришна, он беспристрастен, он не... поскольку Кришна на таком уровне, что... So this kind of material thing anyway not going to touch the heart of Krishna, not possible. That's why. Что никакие материальные вещи никак не влияют на него. И вот Нарада говорит Юдхиштхире. Так или иначе, если кто-то думает о лотосных стопах Кришны, так или иначе они обретают совершенство. Но мы не следуем той процедуре, которую показал Шишупал и Пашупал. И почему Вену Махарадж, он тоже был против Бхагавана Гуру Вайшнавов, почему он не обрел такого освобождения? И Нарада сказал, что Вену Махарадж, он не имел никакой связи с Бхагаваном вообще. Никакой связи, поэтому... И вот таким образом... Они думали о лотосных стопах, они думали о Кришне, так или иначе. Они его ненавидели и постоянно думали о нем. В Бхакти Сандарбхе Джива Госвами подпишет, что тут авешта, концентрация, с которой они думали о Кришне. Они думали, что Кришна их враг с такой огромной концентрацией. А, то есть, когда они думали, что Кришна враг, и они не могли не думать о Кришне. То есть, смотрите, если кто-то позитивно думает о Кришне, то не так просто, но когда кто-то считает кого-то своим врагом, то он думает о нем чаще. И таким образом, то та ненависть к Кришне была у них так высока, что они ели, спали, шли куда-то, не думали о Кришне, как бы ему отомстить. И вот Джива Госвами Пад говорит, что Кришна, и вот если они думали и медитировали на Кришну, то есть если они ненавидели Кришну, то они думали о нем постоянно. И благодаря этому они обрели какую-то возможность освобождения. И Нарада говорит, иногда кто-то враждебность развивает. Кто-то из-за страха поклоняется Кришне, или из-за любви, или из-за вожделения. Различные примеры можно привести.
Так или иначе, они концентрируются на объекте своей ненависти и достигают его. И поэтому Нарада говорит, что это негативная сторона, чтобы приукрасить величие позитивной стороны. И вот Нарада говорит, я уверен, то, что они не могут развить такой концентрации, как если бы они думали, как о, то есть эти вот демоны, они не могли думать о Кришне как други, это было бы их концентрация, они не постоянно, ум бы всегда отвлекался, и поэтому Нарада, вот, я говорю, что я уверен об этом, я уверен в этом. И вот я уверен в том, что если вы с какой-то позитивной стороны что думали бы о Кришне, то это было бы сложнее для вас. И вот эти демоны поэтому развили какую-то ненависть к Кришне, думали, что Кришна их враг. И таким образом они так или иначе концентрировались на Кришне, и хотя это неприменимо в нашей жизни, но они делали это. И вот Нарада говорит, что эта Сиддханта, она верна, что если вы развиваете какую-то ненависть к тому же Кришне, то вынуждены думать о объекте своей ненависти. В данном случае Кришне. И вот в Шримад Бхагаватам Махапуране в 7-й песне говорится, И вот в Шримад Бхагаватам Махапуране говорится, что в этом материальном мире можно найти такой пример. Есть такое насекомое, вот на санскрите вот так. И вот какое-то другое насекомое берет это насекомое, помещает в кокон, замурует его там, чтобы то насекомое не выбралось. И то насекомое, которое замуровано в этом коконе, она думает о своем враге, который поместил ее туда. И вот она, это насекомое так думает из-за страха. И после этого, через какое-то время, можно увидеть, что тело этого насекомого, оно меняется. И в материальном мире тоже можно найти пример, что хамелеоны, например, если они где-то оказываются, то подстраиваются под окружающий цвет. Сначала, когда этот хамелеон в зеленое место попадает, он думает об этом зеленом и сам становится зеленым. И таким образом маскируется на какой-то ветке, например. И таким образом пример данный. Санграмбо бхая-йогена виндате тат-сарупатам.
И таким образом, любой садак, который совершает баджан, он должен концентрироваться. Те, кто хочет достичь совершенства в садане, для них я не говорю, они уже то есть мы должны совершать баджан под руководством определенного враджаваси. И поскольку и мы должны концентрироваться на том, что мы делаем, поскольку без концентрации, если кто-то что-то делает, то успеху он, как правило, не достигает. И вот концентрация должна быть. Без нее наш баджан будет неудачен. И хотя мы не следуем этой процедуре, но все же пример могу привести, что когда бы мы не обсуждали этот пример, мы находим, что в Махарадж материальном мире, как это возможно, что одно насекомое попадает в какой-то замурованный кокон и думает о своем поработителе. То есть смотрите, если это возможно в материальном мире, то почему невозможно в духовном? Если мы будем думать о Гуру и Вайшнавов, и о Кришне, что Кришна наш Господин, наш друг, наш брат, наше все. И таким образом все на 100% возможно. И я говорил о Сакхярасе сначала и потом я задел Ватсаля-расу и также. И вот я вчера Махарадж забыл рассказать о смешении рас, смешении бав, Мадхураса, она наивысшая. Почему она наивысшая? Эта тема, мы слышали уже об этом. И вот это из беседы Рагхупати Упадьяя Шримана Махапрабху, и вот он спрашивает, кто в этом материальном мире может прийти в форме Шри Кришна Чайтани Махапрабху. Но весь сюжет о том, как научить нас, и поэтому различные лилы Господь являет. Иногда отправляется во Вриндаван, чтобы дать нам какой-то урок, иногда в Аллахабад, иногда еще куда-то, в Варанаси какой-нибудь. Иногда в Урупи, иногда в Ранганатхам, и по дороге Махапрабху дает нам примеры, дает нам идеальный урок на своем примере. Если мы забудем это, то мы не сможем стать успешными. Я приведу несколько примеров, чтобы вы поняли всем сердцем. И вот Махапрабху был во Вриндаване так или иначе, и был севак у него. И вот и тысячи людей приходило, чтобы посмотреть на Махапрабху, и Махапрабху решил пойти и жить как-то скрытно. Это место зовется Акругатом, он где-то 2 километра, этот гат. В общем, откуда какого-то места в 2 километрах находится. Это тот гад, когда Акрура пошел, чтобы привести Кришну Баларама на колеснице во Вриндаван. И вот Акрура хотел принять омовение в Ямуне. Это гад, Акругат называется. Очень уединенное место. Махапрабху там баджан совершал. И вот Балабхадра
Один севак был браман. И вот слухи однажды возникли, что Кришна танцевал на Кали, и эта публика на слухи так, дело так распространяется, что если неправильно что-то сказать, это ошибку потом все распространяют. Kamsa going to preach in favor of Krishna. If Kamsa is not there, who is going to understand the glory of Krishna? If Shishupal, Pashupal, Jarasandha not there, who is going to understand the glories of Krishna? You know, so negative, positive, both ways you have to understand. И вот, чтобы понять славу Кришны, иногда примеются какие-то негативные вещи, но мы не следуем этому негативному способу проповеди, хотя какие-то люди следуют, чтобы обрести побольше славы, но все же это не наша цель. И не совет Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, так или иначе. Кто-то позитивно проповедует, кто-то негативно, но так или иначе все это благоприятно для нас. И такой слух был, что ночью вот был этот змей Кали, Кришна, он осмелился, чтобы танцевать на его голове, и Махапрабху был там вокруг Гати. Балабхадра спрашивала, что эти враджаваси, которые и вот эти говорили, что Кришна был танцевал на головах Калия-Нага и просились пойти получить даршан Кришны, но Махапрабху смеялся: «О глупцы, Кришна в эту Кали-Югу не может Saraswati, you know, going to speak something nice, it's right. Really Krishna coming in Vrindavan, but where is Krishna? Nobody knows. И Кришна также, он явился во Вриндаване, но где Кришна, никто не знает. Браджаваси обсуждает этот слух, что Кришна во Вриндаван пришел, но это действительно так, поскольку Махапрабху, он Кришна. И второе объяснение, то, что Махапрабху говорит: «Вы глупые, как это возможно, что...» И вот тут какой-то человек преданный приехал из Вриндавана, и тот спрашивает, что там насчет Кали, и тот отвечает: был какой-то лодочник на маленькой лодке. И going on in this material world, nobody can understand why
В этом мире много неправильных представлений о многих вещах. А Махапрабху, когда вот говорил о Санатан Шикше в Варанаси, то там Махапрабху, он, или когда был в Аллахабаде, там Махапрабху давал учение Рупи Госвами Паду, Расататы, очень такие возвышенные вещи, и там Махапрабху научил чему-то их. И здесь Махапрабху, он не говорит о какой-то плохой сиданте, а спрашивает у Ишварпури, у этого, что имеет ли он связь с Мадхавендра или Ишварпурипадом. И смотрите, те, кто имели связь с чистым преданным, они внешне тоже могут вести себя как-то странно. To show the excellency of Madhurasa, I can come to this point. Basalarasa again, I can touch some points which are covered. И вот я также расскажу о тех вещах, которые вчера не смог сказать, и вот Махапрабху. Когда Рагхупати Упадхьяй пришел, тот Махапрабху спросил у него рассказать что-то о великолепии Кришна Бхакти, и вот Рагхупати Упадхьяй сказал, он знал, что Верховный Господь, Он вездесущ, и много бесчисленных аватар Господа. И какая же форма Господа наилучшая для поклонения нашего? Можете объяснить? И вот Рагхупати Упадхьяй начал говорить. И вот Шьяма Рупа – это наивысшая, наилучшая форма Натабара. А Кришна в форме Кишора, 16-летний Кришна – это наилучшая форма Кришны. Он наиболее подходит для раса баджана Кришна. Хотя он вечно присутствует в этой сварупе, все же Кришна, смотрите, когда ему 120 лет, все равно Кришна выглядит как 16-летний Навакишора, значит, его возраст, он вечно нов. Кришна, он всегда остается в возрасте 16 лет и не стареет. Натабор – это нечто великолепное, чарующее, то, что Кришна, он настолько великолепен и чарующ, что привлекает всех молодых, всех женщин. И это зовется на Натабар. И вот таким образом Шьяма, и вот он 16-летний Кришна, и какая дама наилучшая, Мадхупури, значит, Мадхура Мандала, в ключе Вриндаван также. Последняя вещь также очень важна, я попозже буду о ней говорить, это Адья Эва Парарасаха. Детально я буду говорить из Гиты также. Кришна говорит очень такие сокровенные вещи. Кто-то говорит, что в Гите Кришна ничего не говорит толково, но нет, смотрите, Кришна очень много говорит в Гите, и какие-то скрытые вещи также. А те глупцы не могут понять, а те, кто расики, очень разумные, они смогут все это осознать. И вот Адья Эва Парарасаха – это указание. Адья раса – значит изначальная раса, которая вечно присутствует, и все расы, и значит эти главные расы, есть Адья раса. Наилучшая, великолепнейшая раса. И когда я говорил о Сришти Татве, о творении, тогда можно вспомнить с третьей части, и вторую также я говорил в различных местах. Это Сришти Татва описывается
И вот в Шри Чайтанья Чайтамрите говорится очень тактично, там описывается. И вот это на бенгальском так это говорится. Кришнадас Кавирадж Госвами очень так сладко и прекрасно сказал, что кроме этой изначальной адирасы, что действительно все качества небес, воздуха, пространства, вот как кити, ну вот эти пять первых элементов, то все качества их в воде есть. Точнее, все их качества в земле есть. Качество воздуха, огня, воды там и прочего, но все в земле находится. То есть все эти отдельные качества, они в совокупности в земле находятся. Вот здесь кити, значит, земля буквально, глина. Ну вот другое слово, вода, течь. И вот эти пять первых элементов, они все в земле находятся. Но качество, например, этого пространства, воздуха. И вот качество акаша, оно есть в кити, в земле. И вот что я хочу сказать. Вначале я хочу сказать о том, что я хочу сказать. И вот в Мадхурасе все расы автоматически они есть. И поэтому я вот такой пример привожу. Вот как с этими первыми элементами, что качество акаша, небес, воздуха, каковы качества? Abstract of akash is shabda, sound. Это шабда, звук. And what is the abstract of vayu? Air. There is both. There is sound and touch. Touch tanmatra, tanmatra. А качество ветра — это не качество, а какие-то эти свойства. Это звуки прикосновения. И вот танматра, это шабда, спарша, рупа, раса, кантха, эти все эти вещи. А в огне есть три качества, это звук, прикосновение и форма, красота. In water, you can find water. Find four qualities. One is sound. В воде больше качеств. Еще дополнительное качество. You know, after rasa. Раса. You can get. But all you can find together. Но все, опять же, все эти качества можно найти в пятом первом элементе в земле. В кити. Кити значит притхиви, земля. И там можно найти все эти пять первых элементов. И поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами пишет. И поэтому вот также внутри Мадхура расы, все другие расы, они присутствуют. So in Panchabhut five elements. И вот в этих. And Panchatanmatra is there. Similarly, I'm going to prove that in Shanta Dasa Digun. И как в. Как все расы можно найти в Мадхурасе, также все первые элементы можно найти в земле одновременно. И вот пример, который я уже дал, в, как Шанта Дасью,
Шантарасу, Дасярасу, Сакхирасу, Вацалярасу, Мадхурасу, все эти расы. И все вот эти предваряющие расы можно найти внутри Мадхурасы. Мадхураса, она превосходна в этом, нет никаких сомнений, но не так просто достичь этой Мадхурасы. Это не так просто. Шрила Шанта Госвами Махарадж пример приводил, и наша Гурувага также говорила об этом. А Шрила Шанта Госвами Махарадж говорил так, чтобы обычные люди могли понять. И вот он говорил, что как внутри этой стеклянной емкости, если я там туда помещу мед, прекрасный мед из лотосов, и очень скоро можно обнаружить, что пчелы, учуяв запах этого меда, они прилетят. И вот они учуяли аромат этого меда, прилетают, садятся на банку, ну и вот из-за этой банки, из-за преграды, они не могут вкусить сладость меда, а просто ползают по банке. И вот Махарадж также приводил этот пример, что Мадхураса, она великолепна, но она покрыта майей, которая не позволяет нам прикоснуться к великолепию Кришны из-за этой преграды. И также на пути нашего баджана, чтобы понять Рай Рамананда Самвад и утвердиться в его понимании, я вот что хочу сказать. Я слышал от Гурварги, они говорят, что если мы не утвердились в этом, то тогда все это бесполезно, мы должны полностью утвердиться. You have to get established in this kind of way totally. Then you can understand. So, in Dasarathi we can get two type of thing. И вот, как смотрите, в Дасарасе можно две... два варианта найти. Akasher Gunyanum Parapala, the abstract of Akash, I mean sky. The quality of Akash is you can get all together inside. Вот Махарадж еще раз говорит, что как качество всех первоэлементов можно все найти в земле, и также в Шантарасе я говорил о том. В этой Шантарасе можно стабильность найти и отсутствие каких-то посторонних желаний в сердце. Хотя в Шантара, преданные Шантарасы, как вот преданные Шантарасы, как коровы, например, они умиротворены, но в служении не могут участвовать. Но так или иначе, если кто-то использует их в служении, то они могут это делать, но они привлечены Кришной все равно. И вот в них нет желаний, выглядят они как какие-то такие нейтральные. Но смотрите, на Вайкунтхе там даже пылинки нету, которые бездушные. Они, это все сознание. Все состоит из сознания, поэтому я уже говорил, что пылинка с Вайкунтхе, она более значима, чем все материальные миры. Если сравнить, то мы увидим, что даже пылинка с Вайкунтхе, она более ценна, поскольку она положительна, а все эти материальные миры, они отрицательны. Чем
Вот Махарадж пример приводит, как с положительными и с отрицательными числами. Число со знаком минус может быть очень большим, но в смысле много нулей иметь, но чем больше, но по цифрам, тем значение его меньше, поскольку оно отрицательное, положительное наоборот. Ну, как, например, минус 100, например, гораздо меньше, чем 1. И вот даже какая-то одна там десятитысячная гораздо больше, чем минус 10 миллионов, например. То есть число с числом минус, оно отрицательное, и поэтому оно меньше даже мельчайшего положительного числа. So Santaros is not that inner, but they cannot come into seva directly. But if you can utilize them, I can get milk. И вот эти преданные Шантараса не сами не могут в служении быть, но кто-то может их занять. Например, коровы могут взять молоко у коров и использовать его в служении Кришне. Но, опять же, есть некоторые коровы, например, которые сами приходят и дают молоко. Как вот случай был с Говиндаджи каким-то, вот там корова такая активно приходила и давала молоко сама, такое служение делала, но это редко. И вот в этой Шантарасе есть ништха, стабильность и... А вот в следующем, в Сакья-расе, там есть еще одно качество, это Вишвамбата, как дружба. Вишвамбата, значит, также нету этой, нету колебаний, никаких сомнений. И вот в Сакья-расе можно найти ништху, севу и Вишвамбату, то есть отсутствие сомнений, колебаний. И вот Шрила Бхарати Махарадж, он объяснял все это. И в Ватсалья расе можно найти там можно еще качество мамоты найти, привязанность. А в Мадхуре расе можно найти все качества всех этих предыдущих рас. И поэтому я привел такой пример, как в земле содержатся все качества пяти первоэлементов, так и вот в Мадхуре расе содержатся все качества и все предыдущие расы. И вот Мадхура-расе это все есть, и также есть разные виды Мадхурасы. Это не значит, что все Мадхурасы они одинаковы. Кубджана тоже обрела Мадхурасу, но мы не можем признать это сейчас, поскольку Сакхи, Манджари, Радхарани, их Мадхураса совершенно отлична. Я научно объясню это все, и вот все мы можем обрести. И мы уже знаем, что есть Кришна. Кришна пообещал, что Он пообещал. И вот мы должны помнить это подходящее место. В Читании Читамрити говорится, Бхаже Кришне, Таре Бхаже Тойче.
И вот Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, что нет никакого И вот если какой-то преданный служит Кришне, то Кришна всегда хочет признать это, принять. Это и природа Кришны. И вот мы не должны думать, что Шантараса, она бесполезна, Дасараса бесполезна, Сакираса тоже бесполезна. Это неправильно так думать и говорить, это оскорбительно. Махапрабху такой аргумент приводит, что все эти расы, рати, That's why I started with Param Yeda Sikhisa Sangeeta. Only and only with Krishna you can exchange all different kind of. Но можно только с Кришной обмениваться различными видами бав, а с другими аватарами нельзя. Только Кришна имеет такое великолепие, поэтому смотрите. Поэтому я начал говорить вот именно с этой шлоки, поскольку без с Кришной, без всяких сомнений, можно иметь различные виды отношений. Нет, ничего, чтобы мы не могли сделать с Кришной. Для Кришны все возможно. И люди с Южной Индии, они очень глупы, заняты в Вайдхи-бхакти. Это, конечно, хорошо, но они не могут понять и представить, как у преданного могут быть какие-то другие отношения с Кришной. Они думают, что это оскорбительно. И вот я буду говорить об этом, о том, что сказал Шрила Прабхупад. И таким образом, это не хорошая идея, не хорошее замечание, то, что говорить о том, что Мадхурасана наивысшая, а все остальное плохое. Нет. Махапрабху, он сказал, что все расы, они великолепны. Махапрабху дает такой совет, чтобы мы не смогли совершить никакого оскорбления в адрес Расататвы. Шрила Бхактивинода Тхакур видит олицетворенную Расататву. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он возносит молитвы лотосным стопам расы как личности. Он просит, чтобы раса благословила его, но кто еще может видеть и понять расу таким образом? Материальный ум Мартья Будхи, он такие глупые представления о трансцендентном, как они могут помочь нам понять, осознать все это. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура молится лотосным стопам Расататвы: «О раса, благослови меня, чтобы я смог обрести твою полную милость». И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура Гуруварги, мы все можем понять это. Если у нас какие-то материальные представления, то все мои обсуждения перед вами, оно бесполезно. Если у вас И вот обычно люди пытаются понять что-то с помощью своего прошлого опыта, но чтобы понять трансцендентные вещи, это бесполезно. Мы должны повторять харинам, совершать киртан, и тогда автоматически в какой-то день мы осознаем все. Мы должны зависеть от крипы, от милости. И вот Махапрабху говорит, все расы, может это Шантараса, или Дасираса, или Сакираса, или Вацарираса, или Мадхураса. Махапрабху говорит, что все расы, у них есть уникальные, они великолепны, все расы таттвы. Они великолепны. Мы не можем сказать, что Шантараса бесполезна. Махапрабху говорит, что те, кто наслаждаются Шантарасой, это великолепно для них, поскольку
это связано с Кришной. И если вы обрели дасярасу, то это также хорошо. Махапрабху говорит, это великая удача. Даже Баладев говорит, что я дас, я слуга Кришны. Это обрести дасярасу не так просто. Брахма Шанкар, они говорят, что хотят обрести дасярасу, стать слугой Господа, это они шутки. И вот суть в том, что те, кто наслаждаются этой дасярасой, до этого уровня, это великолепно для них. Те, кто обрел сакья-расу, это лучшее, что может быть для них. Кто обрел вацаля-расу, это вацаля-раса, она также великолепна. И вот согласно их ситуации, положению, их раса, она уникальна, поскольку она связана с Кришной, а не с кем-то еще. Она великолепна. И вот Махапрабху говорит, но все говорят о великолепии рас, но когда вы, то есть все расы великолепны для их обладателей, но если посмотреть с нейтрального уровня, то тогда мы обнаружим, что матху раса, она превыше всего. И вот смотря с нейтрального уровня, с беспристрастностью, если мы просто хотим узнать татву, то вот тогда беспристрастно наблюдая, то мы осознаем, что эта матху раса, она наивысшая. С нейтрального уровня это видно, но каждый обладатель, каждый преданный обладатель той или иной расы, согласно их самскарам, чувства, они наслаждаются определенной расой, и это великолепно для них, это превосходно. Но матху раса, она с нейтральной точки зрения превыше всего, в этом нет сомнений. И так или иначе, мы должны понять это, если вы служите Кришне, каким образом? Даже сейчас вы не можете, если вы не сможете даже сейчас избавиться от анартх, то как материальная обусловленность не уйдет от вас, а пока материальная обусловленность находится в вас, то витхи бхакти совершать идеальным образом невозможно. Если это витхи бхакти, мы не прошли эту стадию, то как мы осознаем рагануга бхакти? Поэтому не гневайтесь, пытайтесь понять, что я хочу сказать. И вот Махапрабху так много хотел узнать о Кришна-сварупе, Рада-татве, Кришна-татве. Если я буду говорить о Кришна-татве, Рада-татве, то это очень займет годы. Я буду говорить об этом. И вот можно вспомнить, я хотел еще немного рассказать о сакья-расе вчера, я не полностью сказал о ней. И вот есть смесь бав. Я забыл сказать вам, как Баладев. У Баладева есть смесь трех бав, трех рас. Сакья, вацаля и дасья. И вот Баладев, он мул санкарсан, и он служит Кришне, это естественно для него. И то, как он служит, это несравненно. Даже дама, Вриндаван дама, Навадив дама и все остальное, это все исходит из Баладева. И это не значит, что было создано 100 лет назад или 100 тысяч лет назад. Нет, Сришти, когда она исходит из Баладева, то нельзя выяснить, когда это началось. Наш ум не может это осознать, как когда Кришнадас Кавираш Госвами говорил то, что все гопи и гопи, они соревнуются с Кришной. И наоборот, соответственно, Кришна чувствует великолепие расы, и когда гопи смотрят на Кришну, они получают больше вдохновения, и поэтому
Кришна Дас Кавираж Госвами говорит, что так много это соревнование, оно продолжается снова и снова, и там нет победителя или проигравшего. И вот это техническое слово, если вы забыли, то это плохо. И Кришна Дас Кавираж Госвами говорит, раса, она увеличивается, увеличивается как со стороны гопи, так и со стороны Кришны. Это любовь и раса, они увеличиваются. И Кришна Дас Кавираж Госвами, он пишет, что нет никакого места, куда бы еще могла увеличиться такая новая раса. Но все же это она увеличивается, увеличивается, и можно подумать, что это глупо, если некуда увеличиваться, куда же она увеличивается. Но в этом есть великолепие. Когда мы думаем, что наша материальная концепция, она поддержит нас, мы должны обрести поддержку от гуру и вайшнавов. Когда мы думаем о трансцендентном, все наши материальные представления, они не могут помочь нам в этом. И поэтому не можем понять, что к чему. И это как раз нитья джагат, вечный трансцендентный мир. Хотя там уже места нету, но все же он может расшириться и не будет никакого недостатка там. Это и такое качество трансцендентного. У нас хотя бы небольшие представления о Упанишад Таттве должны быть, поскольку Пурна, Васну Пурна Таттва, и мне надоело об этом повторять. Вот в Упанишадах есть такая шлока, но все же я говорю об этом то же самое. Я чувствую, я в океане, я не могу объяснить как следует. Я чувствую себя неудовлетворенным. Я пытаюсь по милости гуру Вайшнава. И хотя вроде нету места для новой расы, но все же она приходит и занимает свое место. И как это возможно, нужно помнить вот эту татву из Упанишад, вот эту шлоку. Но поскольку мы полагаемся на наш прежний опыт, поэтому не понимаем. Но эта концепция Пурнавасту настолько уникальна, что, будучи в материальном состоянии, мы не можем понять эту идею Пурнавасту. Чинмайвасту, она настолько уникальна, что материальным умом мы не можем понять. Если ваш материальный ум и сердце, они поймут, что такое... А вот в этой шлоке говорится, что материальным умом нельзя понять трансцендентные вещи. И вот... И вот концепция Пурнавасту, она настолько полна, что если от Пурнавасту отнять другую Пурнавасту, то Пурнавасту, она останется неизменной. Как Галок, она снизошла в этот мир, чтобы даровать нам милость в этом Боума Вриндаван. Но Вриндаван остался в том мире и появился здесь. И как это возможно? Хотя Вриндаван снизошел с трансцендентного, чтобы даровать нам свою милость, но все же там Вриндавана меньше не стало, хотя он здесь появился. Но в материальном мире, если есть килограмм молока, литр молока, взять пол-литра молока отнять, то останется пол-литра. Это апурна джагат, такой неполный мир.
Этот материальный мир, он не полон, есть какое-то не удовлетворение, какой-то недостаток материи, имеет свои недостатки, ограничения и прочее. И вот в материальном состоянии мы тоже ограничены нашим сознанием, мы не можем что-то понять, что не дано нам понять, и также мы ограничены. Ограничены своими мыслями, и когда мы сможем, преодолеть все эти ограничения, обрести полную милость Гуру Вайшнавов, то тогда очень просто мы поймем то, что раньше не могли понять. И вот таким образом, у нас вот должно быть представление о Пурнавасту, иначе все это обсуждение, оно бесполезно. И вот таким образом, в этом материальном мире постоянно недостаток чего-то, ограничения какие-то, но в том вечном духовном, трансцендентном мире нет никаких ограничений и недостатков. И вот Баладев, он служит во Вриндаване и играет с Кришной, и также Баладев, он старше Кришны, и поэтому Ватсалья, она естественно, он чувствует такие родительские чувства к своему младшему брату, и Дасья, она уже тоже есть там, внутри Баладева. И также, если вы думаете о если подумать о Юдхиштхире Махарадже, мы о Враджадаме думаем, но все же пример Юдхиштхира Махараджа, у него тоже есть ватсалья, забота и сакхи. Вот эти все три у него есть раз, и когда Кришна прикасается к его лотосным, к его стопам и берет пыль, и вот Кришна иногда прикасается к его стопам и берет пыль. У Бхимы тоже есть ватсалья раса, но у Арджуны нету ватсалья раса, только сакхи и дасхи. Ватсали нету там, поскольку они одного возраста. И Накул Сахадев, младший брат Юдхиштхира Махараджа, у него Дасья и Сакья. И вот такая смешанная бхава тоже может быть. Мы тоже не должны забывать, не всегда бывает, что раса только одна. И вот этот поток раз, согласно нашей способности, нашему баджану, он постоянно течет. Не обязательно стремиться получить только исключительно мадхурасу. Не все достойны, во-первых. Во-вторых, кто-то из нашей гурварги пишет, что вот они достигли сакья расы, а во Вриндаване некоторые глупцы начинают ругаться, что такие как достигли какой-то там дасья расы или сакья расы, что толку. А хотя сами эти критики вообще ничего не достигли, поэтому глупо кого-то критиковать. А еще некоторые ученики, так называемые, заявляют, что их гуру Мадхури расы достиг, хотя во всех книгах этого гуру ясно видно, что он достиг сакья расы, и глупо спорить по этому поводу. И вот я привожу пример один за одним, чтобы вы поняли. Акрур Уграсен, они имеют чувство Дасси и Ватсали, а Удав Дасси и Сакхи Раса он имеет, поскольку Кришна, сам Кришна говорит, что ты мой друг Сакха. Сейчас я эту тему оставляю и к следующей перехожу. И также я сказал, что если эта стая раса будет смешана с... Then you can grow rasa. You know,
с чем-то очень смешано, тогда расу обретете. И вот вибав, анубав, санчари, когда это заденет ваше сердце, тогда, и тогда вы сможете, раса она сможет явиться в вашем сердце, вы получите представление о расе. И также я был занят, чтобы обсудить пять главных рас и пять основных. Гуна, опять главных рас и гуна рас, вторичных. Есть первичные, есть вторичные расы. И вот семь видов этих рас. Но иногда можно обнаружить, что какие-то расы могут явиться в вашем сердце согласно времени и обстоятельствам. Но пять этих рас, они основные. И если они смешиваются, то мы получаем вкус этих рас. А вот эти вторичные расы, они... Vayana, Vibhatsa, all different English terms really. I'm going to speak, but I'm not satisfied anyway. Vayana, dangerous, you know. Vayana, cross. Vibhatsa, Jugutsa, after looking something, you have been, oh, you don't like to see it. So this is different kind of Gaura rasa. А есть еще вторичные расы. Но опять же, вторичные расы, они не всегда появляются согласно времени и обстоятельствам. Эти вторичные расы могут явиться и показать свое великолепие, дать нам какое-то чувство. Но также различные панча-витхи бхакти. Panchavita Bhakta Santo Dasala Vatsala Shaksha Madhu, you know, everything, Vatsala Madhu, everything. You know, those who are the actually, you know, actually supporting, going to get the support. It's called эти еще Pancha Vidhi. This five different kind of bhakta, they all can have. Вот преданные пяти различных видов, они могут получить эти пять, эти вторичные расы. Не пять, а, в общем, другие вторичные расы, они могут обрести время от времени, в зависимости от ситуации. Как, например, Мадху Мангал иногда шутит с Кришной, они оба смеются. Какая-то странность может явиться. Вири раса, Каруна раса и другие расы вторичные, они могут так появляться, когда Кришна, например, он в когда Кришна был захвачен этим Кали, то появилась раса заботы о Кришне. И также я говорил о каких-то бхавах, и также я говорил о той преме. Есть вот два вида премы, поскольку те, кто совершает витхи бхакти, они тоже могут премы достичь, и те, кто совершает рагануга бхакти, они тоже премы достигают, но другой премы. И вот эта према, она возникает из бхавы, вы уже знаете. Я в прошлый раз говорил об этом, что према, она появляется из бхавы. И так постепенный путь развития, проходя, према, она может быть есть на обычной и спонтанной.
И какая-то према проявляется благодаря милости Кришны. Это автоматически. И потом каждый вид этой премы он разделяется еще на два, согласно. И вот одна из Ашварья Бхавы, из такого благоговинного чувства появляется. This sloka you can discuss. There is so six different kind of appearances there in full flagged form with Supreme Lord. И вот Верховный Господь, он, Бхагаван, он обладает шести достояниями во всей их полноте. И преданные тоже могут достичь каких-то его качеств, как Нараяна, Вишну, и вот это такое царское, такое. То есть есть два вида премы. Это первая према на такого благоговинного чувства, другое чувство Вриндавана или Матхуры более близкого. И вот Айшварья, если я буду говорить о Матхуре, Бхаве, то там тоже различные уровни. Поскольку према для всех, Vaikuntha is called Aishwarya Bhava. All majestic, all beauties aspect also, some mixing of Madhurya is also there, but not complete Madhurya. All majestic, all beauteous aspects of the Lord. То есть так, такое величественное чувство можно найти в Двараке, в Матхуре, в других местах. Айшварья Матхурья Бхава называется, смесь такого величество с благоговения. Это чувство такого благоговения, почтения, уважения, не, но это чувство не свободно от каких-то колебаний. Это путь Видхи, Бхакти. А такая естественная, спонтанная привязанность, влечение к Кришне, это есть только во Врадже, вне Врадже, там этого нету. Это чувство Бхава, оно есть только внутри Врадже, и это полное Матхурья, без всякого благоговения, И это называется Ручи Бхакти. И вот это Айшварья Бхава, которая состоит из такого величества. All fame, all beauty, all knowledge. И вот вся слава, все знание, все отречение, все богатство. И вот эти шесть видов достояний, они находятся в обладании Бхагавана. Вся красота, все знание, все отречение и все остальное, оно вот согласно Вишну Пуране, там есть определение, вот эта шлока Махарадж повторяет. И вот Нарада и Удхав, и его Айшварья Према,
of His divinity. And all Madhurya Baba is all attractive, Madhurya Baba is exclusive, that is all charming, all attractive, all beauty, Мадхурья Баба, она очень прекрасна и skillfulness and craftiness. Craftiness means different in art, that craft is very expert. Skillfulness, mandakshata, you know. And all desires, all, you know, this kind of all Baba is there. Sri Krishna's associates in Braja and his Madhurya Prema, they are going to show Madhurya Prema. There is no Aisarja you are going to touch, contaminate. А те спутники Кришны, которые живут во Врадже, они не имеют никакого Ашвари раса. Ашвари — это такая величественная раса, благоговенная. И поэтому, а если она есть у кого-то, то это уже не Врадж, а что-то вне Враджа. И вот Кришна говорит по желанию Шри Чайтаньи Махапрабху, Кришнадас Кавирадж Госвами пишет: when there is Vaisarya Bhava, then Madhurjava, I cannot get satisfied with Madhurjava. И поскольку где есть Айшварья Бхава, там Мадхурья, она другая, она не может полностью удовлетворить Кришну, поскольку Айшварья значит, поскольку есть какое-то благоговение, то мы не можем иметь такие какие-то естественные отношения с Кришной. Это как отношения с каким-то царем будут. Но в, как в Двараке, в Мадхуре, Кришна, он... И вот Кришна молился лотосным стопам Васудевой Деваки: «О, Отец и Мать, простите нас, мы не смогли служить Вам, это наша обязанность служить Вам, но я не смог из-за камсы служить Вас, Вам, поэтому простите нас». И вот он приносил свои поклоны их лотосным стопам, а Васудев Деваки испугались, что Верховный Господь кланяется их лотосным стопам, это Айшварья Бхава. Но здесь, смотрите, Яшода Майя Нанда Баба, Яшода как бы услышала, что завтра утром Акрура, он заберет Кришна Баларама в Мадхуру, как только она услышала. Даже не случилось это, а просто вероятность была. И вот как только она услышала это, и вот как только Яшода услышала, что она потеряет Кришна Баларама, не сейчас, я вот завтра потеряю их, то все. Она буквально упала без чувств. Находясь на материальном уровне, нельзя этого понять. Мы должны возвыситься выше. Гуру Вайшнава, они протягивают нам свою руку и говорят: «О, дети, идите сюда», но мы не готовы идти за ними. Гуру Вайшнава не могут протянуть нам руку помощи, но и мы также должны сделать шаг к ним. Усилий с одной стороны мало. Когда отец или отношения матери с сыном, например, их отношения настолько прекрасны, что посторонние люди не могут понять, кто, многие не понимают Нитянанду Прабху, когда Малинима, она относилась к Нитянанде как к своему сыну, но кто поймет это? Сердца людей осквернены, они думают всякую ересь, как они могут подумать, что Малини относилась к нему как к своему сыну. Когда Кришна, он постарел, но все равно Кришна, когда вернулся в Двараку, Васудев, Деваки, они пришли, чтобы обнять Кришну и вдохнуть аромат его волос.
И тогда автоматически молоко начало течь из груди Деваки. Это непостижимо, материалисты не могут понять этого. Этим материальным умом это невозможно понять, и моя просьба не использовать материальный ум в постижении трансцендентных вещей, поскольку это бесполезно. Мы должны зависеть от Крипы, от милости, и вот это невозможно для Васудевы и Деваки, чтобы любить Кришну без всякого колебания. Они... Яшода, хотя я видела все браманды, бесчисленные миры во рту Кришны и Гопала, но все равно она не смогла осознать это. Она просила его открыть рот, чтобы посмотреть, ел ли он глину или нет. И Гопал открыл рот, чтобы показать, что глину он не ел. И Яшода, она увидела, что же там вижу. Все звезды, планеты, все вселенные там, все там, и даже себя вижу. И среди них вот Яшода, она увидела себя, что она внутри его рта, и Яшода начала плакать: «О, Кришна, какой-то демон вселился наверняка в моего сына». Иначе как возможно этот мальчик, он такое делает? А почему это? Поскольку Васаля Бава настолько сильна, что там даже нет места для Майи, чтобы она вошла. Нету никакого этого промежутка, она очень всеобъемлющая. Casting is not done properly, then you can break that casting, wheel or anything. Yes, correct. Perforation. But Yashodama is so dense. Also, I like to touch another point, but I should touch it to give you a exact realization about what is bhakti. Я хочу вам рассказать, что такое бхакти, поскольку у нас нет даже такого какого-то основного представления о бхакти. И вот бхакти в Расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами подпишет. Kleshagni Shubhada Moksha Logodakrit Eno Sandranando Visheshatma Sikrishna Karsani Chosa Kleshagni mean different kind of problems. Kleshagni значит различные проблемы. Они страдания, они влияют на нас, и они все уйдут, если мы будем совершать бхакти. Клешагни значит все проблемы, страдания, клеши, они уйдут. Субхода значит все благое. Благое значит благость. Все сатвическое, шуддо-сатвическое явится и захватит наше сердце, и не останется места ни для чего иного. И вот Клешагни Субхода Мокша, даже Мокша, кто-то предложит нам мокшу, освобождение, то что мы будем делать с ней? Мокша значит освобождение, и мы откажемся от нее. Мы почувствуем, что она бесполезна. И различные виды мукти, преданные, они не хотят получать никакие виды освобождения. Даже Бхагаван говорит ему, когда хочет предложить им освобождение, то они отказываются. Преданные, они хотят служить Господу, это единственное их желание. У них нет никаких надежд, никаких желаний получить что-то взамен от Господа. Они просто любят Господа, потому что они любят Его.
они обретают бхакти, если мы и совершают бхакти, поскольку хотят обрести больше и больше преданности. Наша любовь, она должна простираться. Бесконечным образом до Господа, который бесконечен. У нас не должно быть никакого ограничения нашей любви. И вот Субхада, значит, все благое и ничего неблагоприятного не будет, если мы утвердились на пути бхакти. И вот есть различные уровни бхакти, прама-бхакти, бхава-бхакти. И нужно внимательно слушать об этом. Клешарни Шубода Мукхи Логадаби, you know. After that, Шандра Ананда Виде Плес, one kind of enjoyment, Ананда, Ананда, can come to fulfill your heart. Она наполнит наше сердце. At this enjoyment, not you know, general enjoyment, eternal enjoyment. Вечная радость Ананда, она заденет наше сердце, это трансцендентное блаженство. Это особая радость Ананда. И мы совершаем бхакти, но мы не можем. Но Кришна, он не чувствует влечения к нам. Но бхакти это значит влечение. Если мы совершаем подлинное бхакти, то Кришна почувствует влечение к нам автоматически. Хотя в материальном мире мать любит ребенка, ребенок он любит свою мать автоматически, они привлекаются друг к другу. Никто не читает книг, как любить детей, или дети не читают книг и не ходят на уроки того, как любить родителей. А вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что очень хорошо научиться быть хорошими родителями, поскольку вот в наше время, поскольку родители ведут себя как попало по отношению к друг другу и к детям, и поэтому дети, соответственно, также ведут себя. И вот бхакти, так или иначе, Кришна, если мы совершаем подлинное бхакти, настоящее бхакти, то Кришна, он почувствует влечение к нам. И таким образом мы должны понять, что такое бхакти, великолепие бхакти. И если мы будем вести себя как глупые дети и не поймем этих важных вещей, то когда же мы сможем начать рагануга баджан? Это не шутки. Это не какие-то сладкие шарики, что можно взять и съесть. Это гораздо сложнее. И вот это величественный аспект Кришны, его славы, могущества, знания и отречения. Вот эти качества Бхагавана. Он всеми этими достояниями обладает во всей полноте, они полностью присутствуют в нем, это естественно. И Кришна, он имеет очень чарующий, очень прекрасный, привлекательный характер.
В общем, он имеет все благие качества. И вот Мадхурья раса, супружеская раса, она великолепна, она превыше всего. Но Сакхи, его друзья, они тоже какое-то влияние этой Мадхурьи расы получают, это естественно. И согласно Вишванатха Чакраварти Паду, эта према, она еще два аспекта имеет. As mentioned by Vishwanatha Chakravarti Pada. Prema in its restricted nature. И вот према в своей ограниченной этой природе, а точнее в неограниченной природе, это према, она имеет экстатическое блаженство или ананду. Even if there be strong grounds of a from grounds on the basis of which it can break down, stop, it can also happen. So once awakened, this prema once awakened inside her. И вот према, однажды явившись, пробудившись в нашем сердце, она никогда не остановится. Даже если будет причина какая-то для остановки этой премы, но эта према никогда не остановится, никогда не прекратится. И эта према, она обладает великой силой. Даже Кришна, везде сущий, всемогущий, Верховный Господь. Тене брахма идай ади каваи майянти ят сурайо тейо варе видам ятха винимайо. Ано тесатвахам миса дамна сада нираст кухакам сатьям парам дхимахи. Ано на бхаему. И вот здесь в этой Гайтри говорится «Дхимахи», что давайте все будем медитировать с открытыми глазами, поскольку мы хотим стать вразавасе, мы не медитируем как в Гималаях, как в Гималаях какие-то саду. Любовь, она такая вещь, которая погрузит нас в естественную медитацию. Гопи, они с открытыми глазами все делают, они не сидят и медитируют с закрытыми глазами, они не могут забыть Кришну, вот это подлинная медитация. Объект медитации, когда этот объект медитации, он полностью совпадает с нашим умом и не остается никакого пространства, то тогда эта медитация она успешна, поскольку в уме не остается ничего, кроме объекта нашего медитирования. И таким образом ум становится един с объектом медитации. Это успех, подлинный успех медитации. Какие-то йоги пытаются медитировать на что-то, но или пытаются контролировать свой материальный ум, но не достигают успеха. И какова причина этого? Какова причина, мы должны понять и избавиться от этих негативных факторов в вашей жизни, которые мешают вам. Према, она обладает такой огромной силой, которая может привлечь Кришну и победить даже Кришну. Кришна, он побежден такой премой. Према, она всемогущая. Когда солнце в премы, оно восходит внутри сердца совершенным и очищает наше сердце,
топит наше сердце буквально, в смысле растапливает. They are having different kind of characters. I'm not going to touch this point. It's also very vital points. Maybe I can discuss tomorrow. Now actually, Mahaprabhu going to ask. И вот Махапрабху спрашивает много вещей у Рай Махашая. Рай Махашая очень доволен им. И Махапрабху говорит: о, действительно, я мой приход к тебе завершился успехом. Я хочу выразить почтение, я хочу поздравить Сарвам Бхаттачарью. Он сказал, чтобы я пришел к тебе, и мой приход к тебе завенчался успехом. И я очень счастлив. Все, что я хотел узнать на пути моего баджана, я узнал все у тебя, и это очень прекрасно. Но Рай Махаши со смирением сказал: «О, Прабху, кто я? Я не знаю ничего. Все, ты вдохновил меня, чтобы я сказал это. Я как попугай, который услышал и повторяет услышанное». И кто может понять твою лилу, о Господь, ты как всегда находишься в таком игривом настроении, сейчас ты саньяси. Я знаю, ты Кришна. Кришна, он тоже очень игрив. Но ты саньяси, и ты тоже в таком игривом настроении. И как по твоему вдохновению только я говорю, не знаю, что такое хорошо, что нет. Я просто действую согласно твоей воле. I am going to dance, and you are going to make me dance. Rai kahe, ami not tumi shutrodhar. Jai mato nachao, sei mato nach, chahi nachiva. I am going to dance this way. So who am I to speak Harikatha, Prabhu? И вот кто я, чтобы говорить Харикатху, о Господь? Ты просто вдохновил меня и я говорю по твоему вдохновению. Хе дево, хе дайто, хе бхуванайка бандху, хе Кришна, хе чапала, хе карунайка синдху, хе нат, хе рамана, хе наяна бирам, ха-ха кадану бхавитаси падам дешорме, ванча калпадарусхи кипасиндху бхавча, патитананг бхавана бхавишна бхю намо.